Сегодня хочу показать 14 основных аккордов, 7 мажорных и 7 минорных. Они записываются 7 английскими буквами. Если прибавить маленькую М, это уже будет минор, минорный аккорд. Я буду показывать на гитаре последовательность такую. До мажор, до минор, ре мажор, ре минор, ми мажор, ми минор, фа мажор, фа минор, соль мажор, соль минор, ля мажор, ля минор, си мажор, си минор. Также аккорд си может обозначаться буквой H, или B, или H. Вот ставите первый палец, второй, третий. Это до мажор. Потом вот так ставите. Вот так. Это до минор. Потом вот так ставите. Ре мажор. Потом вот так. Ре минор. Потом вот так ставите. Ми мажор. Потом вот так ставите. Ми минор. Вот так ставите. Фа мажор. Потом вот так ставите. Фа минор. Потом вот так. Соль мажор. Потом вот так. Соль минор. Потом вот так. Ля мажор. Потом вот так. Ля минор. Потом вот так. Си мажор. И вот так. Си минор.